Осталось совсем немного до завершения Великого Поста. Для многих пасхальный стол ассоциируется с крашенными яйцами, куличом и творожной Пасхой. Но действительно, зачем себя ограничивать только ими? Для праздничного пасхального стола лучше выбрать рыбку пожирнее и побогаче. Прекрасно подойдет с красным мясом, например, чевыча. У нее и вид торжественный, и вкус благородный. Я купила чевычу. Всегда сюда прихожу, мне очень это нравится рыба. Мне нравится еще палтус, но я больше останавливаюсь на чевыче. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. Ну, конечно, брала. Брала еще чевычу. Тоже очень вкусная. Все вкусные рыбы. Если пост у вас прошел без икры, то встретить Пасху без нее ну никак нельзя. Во время празднования по традиции нужно ходить в гости к родителям, крестным, бабушкам, дедушкам. Собираясь в гости, обязательно придумайте к столу какие-либо блюда с икрой или просто дополните свою пасхальную корзину бутербродами с красной икрой. На выставке продажи икра и рыба камчатская, морского деликатеса по приемлемым ценам предостаточно, хватит всем. Икру в баночках брать, это неизвестно что. Поэтому здесь, хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Икры. А первый раз на выставке? Первый. Это меня попросили купить. Нормальная, хорошая. Любую ем. Вот. И в холодном копчении, горячего покупаю. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулканов. Успеть купить праздничному столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. До 16 апреля включительно. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» ждет вас.